Итак, Жень, ну что, начинаем? Да, давай начинаем. Я сейчас кнопочку нажму. Да, давай нажимаю кнопочку. Я буквально 30 секунд представлюсь. Тебя представлю, но тебя все знают. Я нажал. Давай. Ага. Так, ребят, всех приветствую. Мы сегодня с вами разберем очень важные моменты, а точнее вебинар. Проведем по разбору маркетинга нового проекта, который запускается в конце, самом скажем, когда. И с вами будут на связи Евгений Ванин и я, Илья Ладонин. Евгений сейчас предоставит вам информацию о своем маркетинге. Я позже дам информацию, что мы делаем и когда мы стартуем. Вот, Евгений, все, передаю тебе слово. Ты тоже сделай пару ремарочек, прежде чем начинать презентовать маркетинг. Ну, еще бы хотел сказать, ребят, этот маркетинг, который мы сейчас создали, для нас, по большей части, это был, наверное, вызов, да, Жень? В буквальном смысле это вызов. Вызов, знаете, сделать не просто что-то, баблосборник, который мы можем быстро сделать, а сделать то, что будет действительно долго работать. В буквальном смысле очень долго. Это не месяц, не два и не год. Это гораздо больше. И вызов в плане того, чтобы мы покрыли максимальное количество людей. Самое большое количество аудитории, ребят. Но об этом уже Евгений все расскажет. Жень, передаю тебе слово, ребят. Все, выключай микрофон, Жень. Друзья, еще раз всем привет. Давайте мы проверим связь, потому что вначале мы что-то не проверили. Поставьте, пожалуйста, десяточки, если меня хорошо слышно. А, Жень, ну можешь сказать, что это труд двух компаний, я думаю, это правильно. Так, сейчас жду десяточек. Так, десяточки пошли, отлично, меня слышно. Так, Жень, сори, спроси, пожалуйста, ребят, меня-то слышно было, ты, может, слышно, так слышно тебя было, просто... Угу. Все отлично, не все, было... отключаюсь. Про десяточки забыл спросить. Угу, да. Так, друзья, рад всех приветствовать. Сегодня моя миссия рассказать вам о маркетинге, рассказать, как все это будет работать. Илья расскажет вторую часть, точнее, он покажет уже то, что сделано, то, что работает. По сути, смарт-контракт уже работает, да, то есть мы просто допиливаем некоторые моменты, которые, без которых мы не хотели бы запускать данный смарт-контракт. Нет изображений, пропал звук. Так, ну как он может пропасть, не знаю. У меня немного замученное лицо, потому что я недавно очень сильно заболел, вот, и лежал в больнице, поэтому заранее извиняюсь за уставший такой вот вид. Давайте начнем. Я сейчас перейду на экран. Покажу экран со слайдами. Да, то есть на слайдах у меня маркетинг. И, соответственно, мы по нему пробежимся. Я расскажу, как все это работает. Расскажу самые главные фишки данного маркетинга и как вы на этом сможете зарабатывать. Так, сейчас мы переключимся на демонстрацию. Так, демонстрация экрана. Так, по идее, должно все видно быть. Сейчас посмотрим. Так. Все, мой экран видно. Ну, в принципе, давайте сразу начнем. Я не хочу много времени у вас сегодня отнимать. У нас сегодня такой вебинар, по сути, технических моментов, да, то есть, чтобы вы понимали, что будет за маркетинг. И, в принципе, мы постараемся уже в течение 10 дней, да, там, ну, двух недель, Илья сейчас более подробно расскажет, да, то есть уже делать запуск. Да. Сейчас у вас есть возможность просто подготовиться к запуску, то есть прослушав маркетинг. Вам нужно будет создать свои телеграм-чаты, телеграм-каналы. Данную запись вы сможете, соответственно, своим партнерам показать и начинать готовиться потихонечку к запуску. Да? То есть сейчас ссылок на регистрацию мы еще никому не даем.
Вот, поэтому у вас у всех есть время собрать свои команды и потом очень мощно стартануть. Сам смарт-контракт X-Profit, он создан на Binance Smart Chain, да, то есть на блокчейне Binance, и используется для оплаты у нас монета BNB. Не только для оплаты, но и для заработка. Но самое главное то, что оплата площадок, она производится в BNB, но она привязана как бы к курсу доллара. Да? То есть, например, стоимость входа самой первой площадки стоит всего лишь $5. Но эти $5 вы оплачиваете всегда в BNB. То есть курс BNB, он может плавать там в плюс, либо в минус, да, но стоимость площадки будет всегда $5. Но оплачивается она в BNB. Я думаю, это понятно. То есть бывает такое то, что там сегодня это будет там 0.01 BNB стоит, завтра там 0.08 там BNB и так далее. Да? То есть всегда это будет $5, то есть первая площадка. Таких площадок у нас 15, и каждая площадка, она удваивается. Я здесь нарисовал 10 площадок, но у нас их 15, да, то есть дальше сами можете удваивать эти цифры и понимать, сколько какая площадка стоит. Ну, например, первая площадка у нас стоит $5, вторая 10, потом 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, потом идет уже там 5, 10, 20 тысяч долларов и так далее. Да? Как это работает, я сейчас тоже буду рассказывать. Ко всем этим площадкам у нас будут привязаны также продукты, да, которые мы подготовили. Сегодня я о продуктах вообще рассказывать ничего не буду пока что. Сегодня у нас чистый маркетинг, чтобы вы понимали, как это работает и сколько на этом можно зарабатывать. Итак, переходим непосредственно к маркетингу. То есть по площадкам, я думаю, понятно. То есть каждая площадка, последующая, она удваивается. Да, то есть первая стоит 5, потом 10, 20 и так далее. С этим, я думаю, разобраться легко. Итак, как мы с вами получаем самый первый доход? И самый интересный, наверное, доход для большинства людей. То есть люди, когда, ну, очень большая масса людей, практически 90-95% приходят, любят очень пассив. И в этом маркетинге мы предусмотрели как раз этот пассив. И это пассивный доход X51. То есть при вложениях всего лишь $5, в конце вы получаете 250. То есть, покупая площадку за $5, при заполнении бинара на 10 уровней в глубину, на выходе вы получаете 250. Причем не просто на выходе, да, то есть вы начинаете получать деньги сразу, моментально на ваш BNB кошелек. По 2,5% от тех людей, которые под вас попадают переливом. На самом деле, можно получить не только X51, можно получить там X100, X200, X300, X1000 и так далее. Да, об этом я буду рассказывать на последнем слайде. Вот. Но пассивный доход здесь есть, и все люди, которые идут сверху вниз, от ваших вышестоящих партнеров, от вышестоящих и так далее, каждый человек, который попадает в вашу структуру, всегда приносит вам 2,5% от стоимости пакета на 10 уровней в глубину. То есть у вас, как я и сказал, если пакет, например, за $5 вы купили, то этот пакет вам в конце концов принесет $250, даже если вы никого не пригласили. Если у вас, например, там пакет стоит $160, там какой, да, площадка, точнее, $160 стоит, то эта площадка принесет вам $8000. То есть вот примерно о таких цифрах идет речь. Это что касается именно пассивного дохода. Для тех участников, которые никого не будут приглашать, просто купят себе пакет и будут ждать там свою прибыль. Для тех, кто работает, да, то есть для тех людей, которые являются лидерами, которые любят зарабатывать намного больше, в разы больше, даже в сотни раз больше, у нас есть специальный маркетинг, который помогает вам зарабатывать прям, ну, так скажем, неограниченное количество денег. Все зависит от того, насколько вы этого хотите. Лидерский бонус у нас 40%. То есть с любого пакета, то есть с любой продажи, которую вы делаете в своей первой линии, любой пакет приносит вам 40% сразу же на ваш кошелек. То есть продаете вы пакет, например, там, за $5, либо за $1000, абсолютно неважно, то есть 40% от этого пакета сразу же поступает на ваш кошелек, и вы этими деньгами можете распоряжаться. Все партнерские комиссионные, вообще все комиссионные у нас начисляются в монете BNB, да, опять же, по курсу на момент, по курсу доллара, да, на тот момент, когда идет начисление. Например, там первая площадка стоит там 0.01 BNB там сегодня, да, и, соответственно, вот от этого вы получаете 40%, опять же, в BNB.
Вот, курс периодически, он сам по себе корректируется. То есть там в смарт-контракте все это прописано. Вот, то есть для лидеров лидерский бонус 40%, то есть вы получаете постоянно с каждой своей продажи. Следующий бонус, он также идет для лидеров, по сути, да, и для тех людей, которые строят свои команды. Это реферальный бонус поколений. То есть данный бонус, он в целом равняется 10%, но разбивается на 3 поколения в глубину. Если у нас вот мы берем бинар, да, то есть бинар, который я рассматривал, у него всего лишь 10 уровней в глубину, то вот здесь вот, неважно, на каком уровне будут ваши партнеры личные стоять, они могут стоять хоть на 100 каком-то уровне, то есть абсолютно неважно, то есть на какой глубине эти партнеры у вас есть. Например, если ваш партнер первого уровня делает какую-то продажу, да, то есть он ну, пригласил партнера, тот купил пакет, соответственно, ваш партнер получил 40%, вы получаете от этого пакета 5% сразу же себе на кошелек. То есть, чем больше продаж делают ваши партнеры, тем больше вот этих вот по 5% вы постоянно получаете. То же самое происходит со второй линией ваших партнеров. То есть, когда вторая линия партнеров делает какую-то продажу, неважно, опять же, на какой глубине, вы получаете 3%. Ну, и с третьей линии еще 2%. То есть, ну, сами прекрасно понимаете, что, например, если у вас в первой линии там 100 партнеров, да, которые делают продажи, и у этих партнеров, например, там тоже по 100 партнеров через какое-то время придет, да, то вторая линия – это уже 1000 партнеров, да, третья линия – там уже 10 тысяч партнеров. Да, соответственно, вы прекрасно понимаете, какая прибыль будет генерироваться только по этому бонусу. Вот. Ну и давайте перейдем, наверное, к самому главному, самому вкусному и самому жирному. То, что любят не только пассивщики, да, то есть те люди, которые пассивно зарабатывают доход. Ну, кстати, пассивный доход, он доступен не только тем людям, которые ничего не делают, никого не приглашают, да, но и лидеры также, да, то есть строят свою структуру. Помимо вот этих всех бонусов, вы также получаете 2,5% на 10 уровней в глубину с каждого партнера, который под вас попадает. И вот самое интересное, а то, что мы придумали, то, что нет нигде, это реинвест и неограниченный доход. Что дает реинвест? Вот здесь вот, пожалуйста, послушайте внимательно. Для того, чтобы, то есть вы прекрасно понимаете, что у нас идет бинар на 10 уровней. Я вот тут кружочки нарисовал, да, то есть бинар это что? Это две ноги, то есть под вами два человека, да, под этими людьми еще два человека и так 10 уровней в глубину. Но если вы выполняете условия, пригласив 14 активных партнеров, ну просто пришли к вам 14 партнеров, активировались, да, то есть они куда-то ушли туда вот в глубину переливами, то есть вы пригласили 14 партнеров, и у вас активированы следующие две площадки, ну, например, там первая площадка $5, вторая 10 и 20. Если вы выполнили это условие, что вы можете сделать? Вы можете сделать реинвест, и этот реинвест каким образом выглядит? Это не совсем реинвест, ну, в том понимании, как мы это привыкли слышать, это, по сути, открытие второй, ну, четыренары, так скажем, да, то есть у вас под вами открывается еще две, ну, то есть еще две ноги, да, то есть у вас получается не бинар, а четыренар. Таким образом, вы по этому бинару зарабатываете X51, и по этому бинару вы также зарабатываете X51. Как только вы приглашаете еще 14 партнеров, вы можете открыть себе шестеренар, да, то есть ваша первая линия будет состоять из 6 уже человек, и, соответственно, каждый из них будет строить там свой бинар. Вот такая вот фишка. Но давайте смотреть дальше. Представим, что в вашей первой линии, например, вот этот партнер тоже пригласил 14 активных партнеров. Что произойдет? То есть он также делает реинвест, вы с него опять получаете 40% за продажу, да, то есть он сделал повторную покупку, грубо говоря, сделал реинвест, вы получаете от него опять 40% за продажу. Вышестоящий партнер получает там 5%, 3%, 2% по реферальной системе, да, чтобы вы понимали. То есть доход, о котором я вот сейчас рассказывал, он начинает повторяться, да, то есть идет как бы повторение и расширение. И что происходит? То есть этот партнер опять начинает строить под вами четыренар. То есть у вас уже есть четыренар, и у него становится, опять же, четыренар. То есть мало того, что вы со своих двух, грубо говоря, вот этих вот четыренара получаете уже не X51, а X102, то таким образом,
когда ваш человек под собой начинает строить, под вами начинает строить еще один четыринар, грубо говоря, то вы получаете уже x150 и так далее. То есть, по сути, если у вас там 10-15 партнеров, то есть они активные, то под вами может выстраиваться просто неограниченная структура, от которой вы будете постоянно получать по 2,5%, то есть неважно там, от переливов, либо там ваши партнеры кого-то приглашают и так далее. Да? То есть вот так система будет постепенно разрастаться. Но опять же, для того, чтобы это все работало, вам нужно иметь минимум 14 активных партнеров. Для чего мы так сделали? Для того, чтобы в любом случае первая, вторая, третья линия получили переливы, да, то есть выстроилась какая-то команда уже, которая могла работать. И только в этом случае вы уже сможете перейти к следующей стадии, как говорится, да, открыть второй свой бинар и так далее. Что может произойти, например, у тех людей, которые пассивщики, те, кто не приглашает? Представим, вот человек пришел, пассивщик. Ну, не умеет он приглашать, просто сел, купил себе пакет за $5. Или там за 10, за 20, или там несколько пакетов, неважно абсолютно, да? И под него случайно по переливу попал как раз такой человек, неважно там, на второй, на третий уровень, да, который активный, который пригласил 14 партнеров. То есть это пассивщик, а этот человек активный. И вот этот пассивщик, мало того, что он получает x51, ну, так и так, да, то есть когда вся система заполнится, да, там, структура до 10 уровня, когда под ним начинают появляться вот эти вот партнеры, а таких партнеров из 1000 человек, там, с лишним, да, из 2000, может быть, сколько угодно, то, по сути, тот, кто даже пришел на пассив, он получает не x51, он может получить x100, x1000 и так далее. То есть не из $5 сделать не 250, а $2500 спокойно. То есть вот таким вот образом работает сам маркетинг. Он вроде бы достаточно простой, то есть здесь я не рассказывал о каких-то наворотах. То есть у нас обычный недорогой вход, то есть любой человек может зайти на пакеты. Но, опять же, у нас сейчас идет старт, и те, кто присутствует сегодня на вебинаре, я думаю, вы прекрасно понимаете, что те, кто заходит на старте, да, я рекомендую, конечно же, покупать. Чем больше пакетов вы покупаете, тем лучше, потому что люди сюда заходят с большими структурами, и каждый будет в любом случае прокупать второй, третий, четвертый, пятый пакет для того, чтобы ему открывать вот эти вот бинары, четыринары, шестинары и так далее. Вот, у нас бинар, с которого вы можете получить минимум x51, когда он заполнится. Дальше у нас лидерский бонус 40% с продажи любого пакета. Дальше у нас реферальный бонус поколений. Неважно, где будут находиться ваши партнеры, на каком уровне они будут делать продажи, хоть там на 150-м где-то в глубине. С любой их продажи вы получаете 5%, с продаж их партнеров 3%. И с продаж партнеров вы получаете 2%. Ну и самый жирный, конечно же, это реинвест и неограниченный доход, который постепенно, да, то есть не с первых дней, опять же, да, но постепенно у вас будут появляться такие партнеры, люди, которые будут, ну причем не с первых, с первых дней в любом случае начнется вот такая вот канитель, когда люди будут приглашать более 14 партнеров, будут, соответственно, выстраивать свои структуры, открывать четыринары и так далее. Да? То есть эта система будет разрастаться. Соответственно, рекомендую на самом начальном этапе, то есть пока еще смарт-контракт у нас не запущен, то есть мы еще, у нас, грубо говоря, такое идет время предстарта, мы готовим материалы. Для вас сам смарт-контракт уже готов. Вот. Я рекомендую хорошенько поработать, собрать свои команды вот, в течение там, 10 дней, может быть, это 2 недели у нас сейчас уйдет, то есть на подготовку, может быть, меньше. Да, то есть мы объявим это все в нашем чате обязательно. Вот, но, по крайней мере, минимум неделя у вас есть для того, чтобы собрать команды, для того, чтобы рассказать об этом маркетинге, ну и, соответственно, принять решение, вообще участвуете вы в этом или нет. Илья, я передаю тебе слово. В принципе, по маркетингу я закончил. Так, сейчас я перехожу в чат. Да, Жень, спасибо. Сейчас я включаю демонстрацию. И, конечно же, пару моментов, я думаю, дополню. Так, Жень, дашь мне возможность демонстрации? Давай, давай, все, я тебе дам. Угу. Так, ребят, на самом деле Евгений настолько поверхностно рассказал, просто если вы этим маркетингом проникнетесь, вы обалдеете, насколько это круто.
Вот три поколения команд, где 5-3-2%, вы должны понимать, что это в общей сложности от вашей структуры снизу будет еще помимо 2,5% в общем объеме приходить 10%. И неважно, какая это линия, стабильно. То есть вас будут тупо засыпать бабками. Вот. Я еще не беру 40%, это лидерский бонус, это прямые продажи, ребят. И мы когда сравнивали вообще разные маркетинги, не суть важно, какие компании, не буду это оглашать, но у нас получились такие цифры. К примеру, мы смотрим, у человека оборотка 500 миллионов долларов, то есть у его структуры. Он там заработал какой-то миллион долларов вообще ни о чем. Ну, то есть на самом деле мало от такой оборотки. Мы репу почесали и давай считать, сколько бы у нас вышло при такой оборотке, при том же количестве людей. Ребят, вышло более чем в 30 раз больше. Человек ушел бы там, получил бы 30-40 миллионов долларов. И это суровый факт. И причем мы там не учли такие моменты, как личные продажи, лидерский бонус не учли, и рефералку даже не учли. Мы взяли просто три поколения команд. Мы взяли самое-самое минимальное дно, которое можно получить. У нас вышло в районе 40 миллионов долларов, человек бы унес. Вот такие вот интересные вещи. Так, теперь скажите, пожалуйста, плюсики поставьте, видна ли моя демонстрация. Если видна, я переключаюсь на кабинет и будем с вами беседовать. Так, плюсики, пожалуйста, поставьте. Так, в конце я произведу регистрацию и активацию в проекте, чтобы вы понимали, что он работает вообще на 100%. Но давайте, нет, я сейчас произведу регистрацию и активацию и потом покажу, что мы доделываем. И уже поговорим про сроки. Так, демонстрация видна. Один человек только поставил Евгений плюсик, остальных плюсиков нету. Ну ладно. Так, вот посыпались. Так, ребят, все, давайте я переключаюсь. Я сейчас сделаю регистрацию, активацию в проекте, чтобы вы осознавали, что мы сейчас вам не сказки расскажем, что проект он вообще рабочий, все, мы можем хоть завтра стартануть. Но есть некоторые «но», которые мы сейчас доделываем. И эти «но» я вам позже покажу. Вот смотрите, это один из кабинетов, тут BNB, тролливали, гуляли. А сразу же говорю, ребят, это тестовый, у нас отдельный сервер для тестов, и вот эти рефералки не будут работать. Они работают только в тестовом. Так что вот сейчас я произвожу регистрацию нового человека, нажимаю «зарегистрировать». Так, окей, отлично. Я здесь сохраню вот так почту. Так, вот сюда. Вот, давайте я почту вставляю. Вставляю почту. Вставляю кошелек. Вставляю кошелек. Ввожу пароль. Так. Отлично. Выскакивает сразу же поле автоматически. Чтобы начать зарабатывать, вам нужно купить площадку. Ваш спонсор такой. Для чего это сделано? Давайте разбирать. Многие люди сбрасывают нечаянно реферальную ссылку и попадают вообще непонятно под кого. Поэтому прежде чем дальше активировать площадку, это такая вспомогательная, скажем так, вспомогательное окно, которое позволяет ему понять, да, я стою под тем человеком, то есть под таким-то айдишником. Все, это мы разобрали. Дальше нажимаем и продолжить. Сейчас, так, дальше нажимаем продолжить. И куда бы мы ни нажали, вот, допустим, давайте я сюда нажму на регистрацию, мне опять выскакивает окно, которое не позволяет мне что-то либо сделать. То есть гулять по кабинету. Поскольку Argos – это платформа, вы должны понимать, тут будут дополнительные проекты, еще какие-то вещи, чтобы человек случайно не зарегистрировался в ненужном проекте, чтобы он пришел к своему спонсору в данный нужный проект. Поэтому такие вот ограничения. Но здесь открыто сразу же языки, выбор языков. То есть человек может переключиться на необходимый язык и сделать активацию на понятный ему. Дальше нажимаем и купить. Нажимаем купить, подключаем кошелек, у нас выскочил, так, нажимаем подтвердить,
Сейчас смотрим. Я вам показываю, что все работает, проект полностью рабочий. Все очень круто, все очень здорово. Итак, транзакция пошла, прошла, площадку мы купили. Отлично. Ребят, вот эти реинвесты, заранее скажу, как они работают, и я вам покажу лично в понедельник или во вторник. Вы получите ссылку, и мы разберем, как это работает. Это такая фишка, которая невероятно крутая и позволит вам строить команду, как вы хотите. Это очень важный аспект, это такая вам закидушечка, чтобы вы все в понедельник, вторник пришли и просто разобрались в этой функции. Реинвест и настройка реинвеста. Так вот, теперь мы видим, что проект работает, происходит активация, все прекрасно, все здорово, кошельки работают. Что же мы не запускаемся, ребят? Первое. Мы доработали такую вещь, как настройка реинвеста. Настройка реинвеста позволяет команду вам выстраивать именно по вашим хотелкам. Это правильно, это круто, и слава богу, что мы вообще решили ее сделать, потому что мы решили ее сделать буквально 2 дня назад. Предложение поступило от одного из лидеров, мы думали, да, круто, надо делать, и начали это выполнять. Так вот, чтобы это сделать, нам пришлось дописать в смарт-контракте эту функцию, также изменить фронт, и это сейчас идет в данный момент подключение. Дальше, смотрите, что мы сейчас сделаем еще. Я вам сейчас покажу. Так, ТСТ. Сейчас мы добавили калькулятор. Вот уже он работает, да. Для чего? Смотрите, человек, когда заходит, он на калькуляторе может выставить, какие площадки, то есть ему купить. Ну, сейчас там все настраивается, к оракулу привязывается. И калькулятор выдает сверху необходимую сумму, какую ему нужно оплатить. Только калькулятор что еще делает? Очень важная функция калькулятора. Он каждой площадке в BNB будет прибавлять по 2 доллара. Для чего? Все мы знаем такую беду, когда человек активирует что-то либо, а ему не хватает на активацию. Почему? Потому что есть комиссия. Есть комиссия, там небольшая волатильность, всегда при покупке там ты можешь ее не поймать. И калькулятор для страховки прибавляет на каждую активацию площадку по 2 доллара. Там комиссия на самом деле меньше, она в районе доллара или меньше, не помню, она маленькая комиссия, но он это делает. Лишние деньги у человека остаются на кошельке. 2 доллара для того, чтобы открыть бизнес свой, это, ребят, ни о чем. Поэтому калькулятор носит такой страховочный фактор. Он и правильно рассчитывает необходимую сумму и сразу же прибавляет определенную комиссию. Так, уберу я это дальше. Дальше. Нам что нужно сделать? Нам нужно сделать, поскольку у нас уже есть инструменты от Freedom Technology, от Евгения Ванина компании, уже есть сервисы, которые до года даются вам бесплатно, ребят. Но они работают на предыдущем проекте. Сейчас мы их привязываем так же, чтобы они давались бесплатно в X-Profit. Это тоже определенная работа, ребят. То есть мы сейчас на X-Profit навешиваем продукты, которые вам будут даваться, которыми вы можете пользоваться. Это второй шаг. Следующий шаг у нас, давайте пробежимся по внутреннему кабинету, по кишкам. Мы сделали такой важный для себя очень момент. Какой? Все проекты по факту, ну, можно сказать, пустые, будем откровенны. Почему не пустые? Ну, потому что просто гоу-маркетинг это такое себе дело. С одной идеей ходить в руках. А когда есть живые вещи, типа продуктов, типа сервисов и еще что-то, потому что у нас скоро вкладка еще продукты появится, я думаю, даже, может быть, и перед стартом это мы успеем сделать. Ну, посмотрим. Пока об этом мы не будем говорить. Но появится. То есть это все пусто, и это не все, не то. Дальше. Мы сделали еще академию. Академия в данный момент сейчас записывается контент на данный момент для того, чтобы вы правильно функционировали с платформой. Где вы будете зарабатывать. То есть здесь будет необходимый контент. Заходите, и у вас там будет, я не знаю, подключили или нет, нет, не подключили, закрыто. И вы будете пользоваться этим контентом. Также мы вовнутрь интегрировали, давайте переключусь на белый цвет, вовнутрь интегрировали две биржи. Одну DEX-овскую PancakeSwap, а другую мы интегрировали JustSwap для Tron.
чтобы вы, когда заработали, автоматически могли подключить кошелек и поменять заработанные BNB на доллары или еще на что-то. То есть мы об этом позаботились. Вот. Дальше, ребята, мы поработали еще с профилем, а точнее с настройками. И сейчас мы еще кое-какой функционал к настройкам прикручиваем. Смотрите. Раньше люди ошибочно вводили свои данные и неправильно давали информацию, которая отображалась в профиле. То есть мы ВКонтакте сделали ограничение, чтобы люди свои соцсети вводили правильно, чтобы ошибок не было. Что это дает? Это дает правильную коммуникацию в дальнейшем с людьми. Вот. Так, возвращаемся. И самое главное, что мы сделали, поскольку, как я сказал, Argos – это платформа, мы сделали такую фишку. То есть есть беда в MLM. В MLM, когда вы находитесь в одном проекте, проектов много, трендовые проекты, тренды упускать нельзя, вы пошли в новый проект. Окей, отлично. Но с предыдущего проекта ваша команда не вся за вами пошла. Не вся, ну потому что они, может, не успели заработать. А не успели заработать, потому что они не захотели ничего делать. Но зарабатывать они хотят. И они будут кого-то другого искать. Или еще что-то. Или кто-то им просто сладко на уши расскажет какую-то информацию лучше, чем вы, к примеру. И они пойдут к этому человеку. Тут много факторов, чтобы не всю команду привести в новый трендовый проект, который крутые технологии, который дает новый заработок на новом уровне и так далее. То в Argos мы сделали технологию, которая проекты между собой связывает. То есть те люди, которые у нас были в предыдущем проекте Nexia, то есть он также работает, все прекрасно, и когда они активируются в X-Profit, все люди ихние, которые были у них в Nexia, когда будут активировать X-Profit, попадут под него, а не под кого-то другого. Система видит, что этот человек, который в X-Profit зарегистрировался, был в предыдущем проекте у такого-то человека и смотрит. Если он в X-Profit есть, значит он ставит этого человека под него. То есть здесь по-настоящему, по-истинному вы сможете построить команду. Это раньше можно было реализовать, реализовывать на централизованных проектах. Это что такое? Не на смарт-контрактах. Это где общая копилка, ваши деньги лежат у админа, и у него рычаги на управление вашими деньгами. То есть такое себе дело, безопасность нулевая. И довольно-таки неприятно спать, неохота. Что ж с моими деньгами? Вот. А здесь блокчейн. И то есть, по сути, эта технология работает на разных блокчейнах. Tron и BSK, ребят, это круто. То есть мы никто пока этого не сделал, никто пока этого не реализовал. Это на централизованных проектах. Базара нет, без проблем сделать. Но на блокчейн-проектах мы первые сделали. То есть команда ваша будет целиком сохраняться и только наращиваться. Но самый главный момент какой? Я вот тут вкладочку открыл. Специально, как это работает. Давайте разберемся. К примеру, человек, это, ну, допустим, вот это ваш человек в структуре. Это вы. Это вы. Это человек, вы зашли в новый проект. Это человек тоже заходит в новый проект. Система смотрит, если вышестоящий спонсор, то есть именно пригласитель его, вот этот человек, в следующем проекте. Если нету, то система его никуда не выкидывает. Она его ставит под вас. То есть даже если снизу люди какие-то переходят в новый проект, который на платформе Argos конкретно, они не уйдут от вас. Они сохранятся в вашей структуре. Если вышестоящие не активировали новый проект, они придут к вам, ребят. Вот это круто. То есть мы это сделали, это обалденно. Мы не себе забираем, мы максимально сохраняем структуру. Ну, еще бы я хотел такой момент сказать. Ребят, на самом деле, вот эти реинвесты, это вообще, я не побоюсь этого слова, это новые реинвесты, новая технология, разработанная лично нами и нигде еще не отработанная. Поэтому вот эти реинвесты, они дадут бешеный результат, бешеные деньги. Раньше реинвесты просто собирали деньги, распределяли заново ваши средства по заданному алгоритму, но доход по факту ваш не увеличивали. А здесь доход ваш увеличивается не на первую линию, там, он увеличивается на 50, на 100, на 1000 иксов, потому что под вами также люди будут делать реинвест. Поэтому это просто сногсшибательная технология, которая вам даст доход. Ну и три поколения команд, это для лидеров, это просто колондайк, это самый натуральный тоже пассив. Дальше. Так, я это закрываю. То есть мы видим сейчас, что у нас площадка полностью работает, но мы кое-что доделаем. И еще, что мы еще делаем? Мы, ребят, сейчас сделаем также для вас Telegram-бота. Telegram-бот, который будет вас уведомлять о выплатах. То есть будут общие выплаты и лично ваши.
В данном случае уже все готово, но мы API еще не сделали. Нам нужно сделать API, загрузить Telegram, и это все будет работать. Уже все нарисовано, чтобы вы понимали, красивые картиночки, которые вы можете сразу же брать и загружать в соцсети. То есть Telegram-бот – это упрощение, то есть для распространения вашей информации, потому что он будет вам дать красиво завернутую информацию. Ну, давайте посмотрим, как это будет завернуто, к примеру. Я сейчас зайду, разговорю, ну, давайте покажем. Так, нет, не здесь, вот здесь. Сейчас я вам, ребят, покажу. Так, ребят, извиняюсь. Буквально секундочку. Еще секундочку. Так. Так, ребят. Сори. Вот. Будут выскакивать картинки, которые будут показывать новую выплату. Поздравляем с новой площадкой. И вы можете эту картинку брать, копировать и размещать в соцсетях. То есть Telegram-бот будет призывать вас, чтобы вы дальше делились информацией. Не только получали уведомления, но и делились информацией. Поэтому такой подход и такое красивое оформление. То есть мы не паримся. Дальше, следующий момент, что мы еще делаем? Мы делаем дополнительно, ребята, аудит. К аудиту мы приступаем, дай бог, завтра. Но я думаю, что мы все-таки, наверное, в понедельник его начнем делать, потому что тесты хотим еще раз пробежаться. Но тесты по той информации, которую я вам раскрою понедельник-вторник, это настройки реинвеста. Мы с вами пройдемся по этой крутейшей функции, которую мы начали дополнять. Вот. И все. А, нет, еще один момент. И мы готовим для вас лендинг. Какой лендинг? Я не знаю, не уверен, что мы успеем к старту, но мы его запустим по-любому. Мы должны успеть, но не могу вам точно сказать информацию, поскольку максимально затягивать мы тоже не хотим. То есть задача лендинга будет такова. Он будет собирать вашу информацию из вашего кабинета, загружать ее в одностраничник вместе с вашей реферальной ссылкой и делать готовый сайт для вас. То есть он красиво, он забрал вашу информацию, запихал на Lindos, и все, и вы получили готовую воронку захвата со всеми необходимой информацией, и вообще париться не надо. Вот. Но мы ее делать будем в самом конце, и, может быть, даже после старта сделаем, потому что тут все команды со своими лидингами, и у нас есть... так, сейчас, ребят, я вот это закрою. Сейчас это будет пиликать. И плюс у нас есть тем более инструменты, где вы можете спокойно в сервисе конструктор сайтов SourcePage сделать себе воронку захвата. То есть, но мы максимально постараемся. Вот так вот, ребят. Давайте мы пройдемся с вами по вопросам, и я в конце вам скажу дату старта. Я сейчас посмотрю, что у нас, какие будут у вас вопросы, и пройдемся по дате старта. И еще один момент. Ребят, знаете, что я хотел сказать? Пока вы смотрите, для меня он очень важен. Почему BNB? Давайте разберемся, ребят. Это очень такой важный момент, который многие упускают. Ну, BNB, ну, наверное, интересно. Ребят, это блин, вообще как интересно. Почему? Потому что у нас есть ETH, который повторяет очень такой, знаете, ну, он идет к своим пикам вообще крутым. Он делает серьезные скачки вверх, сильно не падает. В общем, у него серьезный фундамент. Но прикол в том, что там все обновляется очень плохо. А BNB – это экосистема, это криптовалюта number one криптовалютной биржи Binance. Что такое Binance? Binance – это серьезная экосистема с куча продуктами, и у них самый основной токен – это BNB, где он используется, то есть BNB его использует абсолютно во всех своих направлениях. Это лаунчпадах, лаунчпулах, в пулах ликвидности. Хочешь получить токен, стейкай BNB, создавая LP токены. В общем, ребят, он используется везде, его дефицит. И мало того, происходит сжигание. Что такое сжигание? Сжигание – это когда происходит уменьшение криптовалюты на данный момент. И его будут сжигать до 100 миллионов. Он уже там чуть больше 100 миллионов, 120, по-моему, но будут сжигать его до 100 миллионов. А ETH эфириума уже в два раза больше. То есть по факту, если брать, он сейчас недооцененная позиция в доску, у него крутые технологии, они рвутся в бой, разрабатывают, комиссия ничтожная. Я думаю, что
Ну, то есть 22 год он до пятака доползет 100%. 23 год он будет в районе десятки. Что я хочу вам сказать? 100 заработанных BNB через пару лет – это миллион долларов. Вот просто себе это в голову внесите и там закрепите. Поэтому BNB сейчас нужно зарабатывать. Тем более мы такой сделали лайфхак, что этот проект, неважно какая цена будет, он будет корректироваться, потому что у него плавающая сумма входа. Я вам сейчас ее продемонстрирую, как она работает. Давайте посмотрим. Тоже очень крутая вещь, которая вам понравится. А, я захожу в карьеру, захожу в X-Profit. И сейчас запоминайте все последнюю цифру. Смотрите, 229 BNB, 50.5065. То есть 229 BNB, 5065. Запомнили? Теперь я обновляю, и сумма будет другая. Да, сумма другая, 229.7189. Потому что последняя площадка стоит 81 тысяча долларов, курс BNB изменился, и теперь 81 тысяча долларов – это вот такая вот сумма в BNB. Вот, то есть неважно, какой будет курс, вы всегда будете комфортно заходить в этот бизнес, получать хорошие деньги на переливах, на реинвестах, будете активничать, будете получать крутые лидерские бонусы, получать пассивный доход в виде трех поколений команд и будете просто реально классно жить, ребят. Вот. Давайте я пробегусь по вопросам. Надеюсь, вы вопросы задали необходимые. Так. Это не просто монета, это максимально технологический проект. Да, верно. Влад, BNB – это отличный выбор. Работаю с ним. Площадки покупать надо один раз или повторно? Ребят, нет. Площадки покупаются один раз. Площадки покупаются один раз, и вы больше за них не платите. То есть мы не сторонники репитов. То есть потому что человек банально может... Ну, он деньги забрал. Тут нету автопроплат. Он деньги забрал, ему деньги сейчас нужны. Ему не на что прокупить повторно. Ну, мы решили этого не делать на данном этапе. Нет, конечно же. То есть вы купили площадку, и она вам дается навсегда. Пишите пока вопросы. Так, а вот забили Анатолий. Теперь давайте поговорим о датах. Я вам сказал, что показал, что все работает, но я вам также рассказал, что нам нужно сделать. И нам это необходимо сделать. Потому что, как я сказал, для нас это не просто проект, для нас это вызов всему, что мы должны сделать очень круто, не только проект, но и запаковать. Правильно его вам отдать в руки. Поэтому смотрите, я минималку ставлю не 10 дней, дай бог получится. Я минималку ставлю, ребят, 2 недели. Это минималка, потому что есть еще что сделать. Я с Евгением, мы хотим это сделать. Вот, и я думаю, что мы это сделаем. Минималка, ребят, 2 недели. Максимум 2,5 недели мы вам все отдаем. Это максимум. То есть, что возможно. Я лучше скажу так, чем потом буду оттягивать. Все. У нас все готово, проект работает, осталось мелочи. Я хочу эти мелочи с Евгением сделать, чтобы вы брали это и говорили, да, они поработали, они крутые, технологии крутые, с этим приятно работать. И передавать в руки другим тоже, это будет приятно, ребят. Так, по сути, нет, это не реинвест, Женя, человек про другое спрашивал. Нет, повторных проплат нету, реинвесты это маленько другое. Так. А какие проценты идут вверх, поясните. А какие проценты идут вверх? Пожалуйста, можно поподробнее? Проценты идут, рефералка 2,5% вверх, также идет 3 поколения команд, 5.3.2. 5.3.2, если биржа, что будет с BNB? BNB это блокчейн, ничего с ним не будет. Биржа, если закроется, BNB также будет существовать, ребят. Ничего с ним не будет, потому что BNB... Вот вы, смотрите, не там испытываете страхи, я вам все сейчас покажу. Смотрите, заходим в CoinMarketCap. И сейчас мы просто введем BNB. Где же он находится? Давайте посмотрим. Так, это у нас Shiba токен. Сейчас сделаем назад. Так, вот здесь у нас поиск. Давайте мы внесем. Смотрите. Мы вносим BNB. BNB. BNB coin выбрать. BNB coin. Так вот, выбираем сейчас у нас рынок. Ребят, вот смотрите, где... ну, то есть, он, по сути, не
показать больше. Смотрите. Он не только на Binance торгуется, он торгуется на разных площадках. И то, что его там Binance площадка закроется, да ехало, ну и горело. Он вообще находится на всех биржах абсолютно. Понимаете, в чем дело? Поэтому вообще не парьтесь, не заморачивайтесь, но этого не произойдет. Вот. Он улетит в небо, он многих сделает долларовыми миллионерами, кто сейчас будет париться, зарабатывать, прилагать активные усилия, тут заработать большие деньги. И еще один важный момент, ребят, я забыл совсем сказать. Я сейчас вам скажу этот момент. Он заключается в том, почему вам всем нужно сейчас... Не слушайте эту цифру $5. Это цифра $5, ну уж совсем, знаете, такая себе смешная. Ребят, думайте о тысячах долларах, о 5000 долларах. Объясняю почему. Потому что у компании всего один аккаунт. Всего один аккаунт. И то есть, кто идет далеко, высоко, тот забирается вверх вместе с лидерами. А вы поняли, что такое здесь переливы? Это заливы, это бабки. Вот. А у компании один аккаунт. Вот. То есть, вот так вот, ребят. То есть, вы должны понимать, единое глобальное дерево, поэтому не $5 забудьте, это неинтересно. Надо намного-намного больше, чтобы хорошо зарабатывать. Но если совсем нету денег, начинайте с $5. И если хотите дофига зарабатывать и гарантированно, идите просто бегите наверх. Это правильная инвестиция и в правильной будет компании. Так, давайте посмотрю еще на вопросы. Будет ли подробный ролик объяснением маркетинга? Анатолий, да-да-да, верно. Так, ну, по бирже я ответил, ребят. Давайте, я подожду буквально минуту. Если у вас будут еще вопросы, я сейчас отвечу. Не стесняйтесь, задавайте абсолютно все вопросы. Я на них отвечу. И еще раз говорю, что в понедельник или вторник, ну, всего скорее во вторник, мы проведем вебинар, и я вам раскрою эту супер-шикарную функцию настройка реинвестов. Над чем мы сейчас так упорно трудимся. Для лидеров это будет просто сногсшибательная тема и для активных людей. Потому что вы сможете выстраивать структуру, как вам надо, и зарабатывать еще колоссально больше, ребят. Вот так вот. Так, про подарки. Нет, про подарки ничего рассказывать не буду. Абсолютно. Хочешь, рассказывай сам. Я пока не буду рассказывать, потому что нету еще тарифной сетки, нету понимания. Над этим еще работать надо. Когда мы все проработаем, тогда и расскажем. Вот так. Так, ребят. Ну, вопросов нету, Жень? Через MetaMask, BNB можно работать? Так, через MetaMask. Да, ребят, мы позже подключим MetaMask, но мы от MetaMask отказались намеренно. Объясняю почему. Смотрите, чтобы завести в MetaMask кошелек, нужно сделать определенные манипуляции. Манипуляция заключается в том, что вам нужно зайти, там вставить определенную сеть, в общем, ну, для определенных людей это петли будут, ну, скажем так, неудобства определенные. Поэтому на старте мы взяли кошелек конкретно Binance Smart Chain, это их кошелек, и его интегрировали. Но мы также добавим позже другие кошельки, то есть когда будет время. Вот, просто заведете этот кошелек, у нас видео готово, делается это в два клика, и радуетесь жизни, и не заморачивайтесь. Но MetaMask, да, будет. MetaMask будет. Все, да. Он у нас уже сейчас есть. Мы просто его пока отрезали. Вот. У нас там несколько кошельков. MetaMask, еще что-то, не помню. Там выбор кошельков будет. Уже все работает. Так. Так, ребят, Жень, ну, давай, наверное, выходи в эфир. Вот, ребят, пока Женя говорит, если вы зададите вопрос, успеем ответить, хорошо. Если нет, тогда... Женя сейчас еще напутствие вам даст. И вперед, Женя, даю тебе слово. Так, ну, в принципе, что, можно завершать как бы наш вебинар, все мы рассказали. Единственное, что еще раз хочу повторить, да, что вам нужно сделать сейчас, то есть, как сказал Илья, есть, ну, 2 недели точно, да, то есть до основного старта. То есть за эти 2 недели я рекомендую всем как следует поработать, да, то есть, ну, рассказать максимум о компании, рассказать о том, что запускается маркетинг. Для этого вам нужно просто создать свой телеграм-канал, то есть свой телеграм-чат, куда вы будете транслировать ту информацию, которую мы вам передаем. То есть это записи вебинаров, да, то есть встречи у нас будут
сейчас вот со следующей недели проходить чаще, да, то есть у нас, можно так сказать, начнется основной разогрев, то есть каждый день мы будем проводить вебинары, отвечать на какие-то вопросы там и так далее, да, то есть вы можете сами, в принципе, проводить вебинары, рассказывать о запуске и так далее, да, то есть чем больше, как говорится, вы сейчас работы сделаете, тем больше на старте и потом вы будете зарабатывать, потому что, как вы видели, маркетинг реально вот, ну, кроме как пушка, его не назовешь, да, потому что вот эти вот те же самые реинвесты, представьте, если один человек у вас делает там реинвест, да, а если таких человек будет 10, 20, 30, да, то под вами может там выстраиваться просто нереальные какие-то структуры и сети, которые будут постоянно приносить вам там по 2,5% просто от того, что люди где-то там в глубине что-то делают и работают. Вот, а это очень большие деньги. Поэтому я рекомендую, если вы хотите зарабатывать реально десятки, а то и сотни тысяч долларов, да, вот эти 2 недели постарайтесь поработать, собрать свою команду, найти таких же лидеров, как и вы, вот, а можно еще лучше, да, вот, и, в принципе, на этом, наверное, все. Вот. Жень, чё? Ты знаешь, о чём хотел сказать? Ребят, вот просто сейчас задумайтесь, я сказал, структура единая, и задумайтесь еще, как зайти дальше. Сейчас у BNB просто невысокая цена, и это, ну, подарок, я думаю, цена, потому что непонятно, пойдет она вниз или нет. Ну, она может просто сейчас оттолкнуться и пойти вверх. Поэтому BNB затариваться надо, поэтому, ребят, делайте это сейчас. Не стесняйтесь. Вот. И, как я сказал, максимально-максимально высоко. У нас, еще, у нас люди, вот просто, чтобы вы понимали, которые разобрались в маркетинге, ну, достаточное количество людей заходит от 20 тысяч до 160, ну, то есть на все площадки прокупает далеко не один человек, достаточно много людей. Потому что не понимает, потому что в первых рядах, да не только в первых рядах, то дело в том, что просто это глобальное дерево, и вверх идут только лидеры, и туда надо вставать. Лидеры – это круто. Так, Жень, я все. Так, я еще хотел, смотри, дать ссылку на общий чат, да, где, в принципе, будет вся информация. Там никаких партнерских ссылок мы скидывать не будем. То есть там только информация по вебинарам, по нашим мероприятиям будет проходить. Вот, поэтому заходите туда. Вот ссылочку я в чате оставил. Вот, и можете, соответственно, туда же добавлять своих партнеров. Да, то есть, чтобы... Это про какой чат? Давай основной чат позже дадим во вторник. Ну, я уже дал, как бы, что пусть люди заходят. Все равно мы туда, я буду скидывать видео, вот эту запись нашего вебинара. Хорошо. Ребят, ну, у нас есть еще вот основной чат. Вот, смотрите, мы потом всех туда заведем. У нас просто сейчас это разбито. Мы почистим его. Сейчас покажу. Так. А где? Жень, вот. Жень, потом сюда всех, видишь? Так, я не вижу, у меня тут что-то тормозит. Сейчас посмотрю. Вот. Ага, понял. Да, ребят, потом перейдем вот в этот основной чат. Сейчас пока аккумулируйтесь там. А на следующей неделе уже будем переходить в этот основной чат, потому что сейчас нет смысла, поскольку здесь еще не закреплены необходимые видео. Понимаешь, Жень, про что я? Ага, я понял. Да, когда будет вся информация необходимая, мы дадим ссылку на самый-самый чат, вот этот. Все, назначим администраторов и вперед, ребят. И еще, пожалуйста, кто хочет вызваться спикером, пожалуйста, отпишитесь в чате, который Женя скинул, что я хочу быть спикером, я смогу, я буду, а если я не смогу, я научусь. Вот это очень важно. Друзья, у кого есть команды уже большие, да, тоже можете писать. Вот, что у вас там команда и так далее. То есть мы сможем для вас провести отдельную презентацию там или еще что-то. Жень, вот. Знаешь, что забыл ты сказать-то? Смотрите, ребят, мы говорим сейчас как есть. Смотрите, у нас есть чат еще один, где люди будут получать первые ссылки. Я объясню почему. Потому что наша задача вверх выстроить структуры. Это и вам выгодно. Что произойдет? Когда мы вверх выстраиваем просто хорошие команды, а не вниз, тогда вы получаете хорошую помощь. У нас идет правильная расстановка. Поэтому, если вы люди, у которых есть команды, напишите Евгению в личку или мне напишите. Я в чате называюсь, ну, Женя и Евгений Ванин, я Илья Муромец, там вы видите. Напишите в личку, что у меня есть команда, и тогда мы вас переведем в другой чат, где будет происходить расстановка, ребят.
Все, это правильная позиция, не переживайте, потому что лучше иметь сверху мощь и силу, нежели ее не иметь. И мы сделаем именно так, чтобы все были в куражах. Правильно, Жень? Да, правильно. Ссылки на регистрации пока нету. Вот, не могу прочитать. Герман Гах Роман спрашивает. Ссылки на регистрации через 2 недели. То есть как только мы объявим о старте, то есть сейчас идет предстарт, то есть вы собираете свою команду. Вот, ссылки будут только... Жень, знаешь, как будет-то всего скорее? Мы ссылку дадим вот лидерам в первую очередь, то есть командами. Ссылки, ну, конечно, ребят, да. Дадим. Именно лидерам. У нас есть лидеры, которые у нас будут первые ссылки получать. А потом мы вас будем заводить уже, расставлять именно правильно под сильных. Поэтому вы должны понимать, если вы лидер, как я сказал, с командами, пишите нам в личку, чтобы мы вас перевели в необходимый чат. Вот так вот. Но расстановка будет правильно, поверьте, вы только от этого выиграете. Так, Жень, я все правильно сказал? Да, да. Ну все, наверное, тогда завершаем. Да, да. Все, друзья, всем огромное спасибо. Надеюсь. Жень, подожди, знаешь, что хотел сказать? Ребят, пожалуйста, дайте оценку маркетинга, то, что вы увидели, как вам эта информация, все ли вам понравилось и что бы вы хотели дополнить. Буквально 1 минуту. Жень, пускай скажут оценку маркетинга. Оцените от 1 до 10. Давайте так. Остап, привет. От 1 до 10. Вот, сейчас подождем. Материал будет профессиональный. У нас Анатолий делает крутейшие материалы, с ним трудятся люди. Материалы будут на всех языках, поэтому вы получите просто за все необходимое. Так, оценочку от 1 до 10, ребят, ждем. От 1 до 10 дотянитесь до клавиатуры, циферки знаете, наберите. Так. И еще раз, не забудьте, в личку, если вы с командами, напишите. Так, давайте остальные только... А, не, пишут. А я это, не пролистываю, понять не могу. Сергей Журавлев один написал. Что же это такое? Так, ну, думаю, все понятно, всем все нравится, ребят. Мы старались, как я сказал, для нас это вызов был. И будет дальше еще лучше. Вы будете... У вас, когда вы все увидите в конце, с вас вообще тапки послетают. Все, до связи. Да, Жень? Да, все, всем счастливо. Всем счастливо. Пока.